вы видели этого мужика? Это мне надо под новую прическу, у меня же теперь розовые волосы, как вы помните. Вот мне надо теперь розовые кеды купить. И, короче, и на мотике в них тоже ездить. А то я сейчас как обрыган, короче, езжу просто в черных ботинках, еще и грязных всегда. А надо в розовых кедах. Это что, блядь, за дебилоид, нахуй, хуй ты гудишь, блядь, даун. Там знак стоп. Я вообще должен остановиться там по-хорошему. Посмотреть налево-направо и поехать тогда. Я даже останавливаться не стал, просто пропускаю пешеходов. Дурачок сзади на Audi подъезжает и гудит. Ну, его можно понять, в принципе, он дурачок. Что, на Subaru сход развал, что ли, надо делать? Или это... Нет, это скорее, знаете, этот... А балансировку надо делать. Это, видите, восьмерка виляет машина. Но в случае с Subaru, вот, ну, скажем так, по внешнему виду, можно сказать, что это тот случай, когда на турбину хватило денег, а на балансировку не хватило. Знак лежит, нормально. Тема ровная. Перепрыгнул, поехал дальше, почему нет? Not have faced the fact. Такая машина заснеженная в углу стоит. Сюда, походу, солнце не попадает никогда, в принципе, вообще. Вот такая заснеженная. Бедная машина, блин, короче, стоит. Здравствуйте. Вам там быть нельзя, ну да ладно. Переезжать через сплошную нельзя, ну да ладно. Топить под камерой. Где тут камера? Вон. А, он остановился, видите? Это он знает. Прикольный чел, мне нравится. Ух ты, вот это вот тачка, ребят. Это вот четкая тачка, четкая. Самое главное, что посаженная. Хотя есть вариант, что в данном случае это, знаете, как непроизвольно произошло. Так получилось просто. Потому что, ну, судя по задней части, кто-то в нее въехал когда-то. Может быть, в тот момент она и посадилась. А прикиньте, если чувак реально хотел посадить, и тут раз кто-то въезжает, и ему бесплатно, получается, это сделали. Он, может, даже доволен был. Блять, БМВшник вообще видит полосы? Интересно. Друзья, напоминаю, что если вам нравится видео и вы хотите, чтобы они выходили регулярно, вы можете поддержать канал. Это можно сделать, оформив платную подписку на Boosty или отправив разовый донат на Donation Alerts. Приятного просмотра! Блин, это что там было? Какой двухэтажный лимузин, что ли? Я что-то даже не просек. Боковым зрением увидел какую-то черно-белую штуку. Надо потом на повторе будет пересмотреть. По-моему, двухэтажный лимузин. Очередной стрит авто грязь арт. Дёрт арт. Вот как бы я это назвал. Да ёб твою мать. Я, блядь, перестраиваюсь его обогнать. С
поворотником, все как положено, посмотрел, это, блядь, чудило, нахуй, хуяк, руль вправо, блядь, и поехал. Нормально, вот разница, да, в культуре вождения вообще. Вот он, герой дня-то сегодня. Это BMW или Mercedes? Это Mercedes. Чувак уезжает на полной скорости вообще из двора. Учитывая, что во дворе разрешенный 20. Он выезжает, не знаю, на 40, наверное, и просто сразу на дорогу и поворачивает. Ехай, господи, хоть бы поворотник включали, ну что за люди, в наше время такого не было. Это что за банда подошла, никого не было, а тут раз. Может, это хейтер Кондракова? Сейчас бить будут. О, какой зеленый. Веселенький Деоматис. Веселенький, дружелюбный к природе. Грета Френдли Матис. Здорово, очень приятно. Как ты? Нормально? Нормально, вот только выехал. Можно сфоткаться? Да, конечно. Только выехал, открыл? Да вот только сегодня, да, забрал матик. Тоже ездишь? Я вот. А, на этом пока? Понял. Сейчас скоро права получу. Ага. Буду на машинке баловаться. Спасибо. Да не за что, давай, удачи. Давай. Ребят, первый день сезона. Уже офигеть, как приятно и какое настроение, блин. И у меня, и у всех остальных тоже, кто связан с темой мотоциклетной. Первый день сезона. О, видите, все пропускают. Даже Nissan пропускает. Мотик, это круто, друзья. Ну вот, блин, серьезно. Друзья, хотел бы напомнить вам и порекомендовать мотосервис Эльфмото. Им я на протяжении многих лет доверяю самые ответственные работы по своим мотоциклам. Делают всегда хорошо, за свою работу отвечают. Есть зимнее хранение мотоцикла, помещение всегда теплое, сухое и чистое, круглосуточная охрана. Во время хранения ваш мотоцикл могут отремонтировать, обслужить и подготовить к сезону. Также доступен прокат и аренда с водителем туреров Honda Goldwing. Все контакты под видео.